Всем привет, с вами я, Ниагара, и мы продолжаем играть в Лего Гарри Поттер. Это новая серия. В прошлой части мы узнали, что нам предстоит встретиться с драконом. Полазили там даже, маленько поразгадывали головоломки, как пройти мимо их клеток. Так, дальше бежим во всю прыть. Нам нужно... По идее уже принять участие в самом турнире. Так. Учимся на всех парах. Ну, я не знаю, будет ли он предупреждать здесь Седрика. Или это пройдет по умолчанию. Сейчас мы это увидим. Так, куда нам? Бежим, бежим. А, не сюда? Разве не сюда? Подождите, где Ник? А, наверх. Бежала, блин, далеко. Беготня вот это вот по Хогвартсу, конечно. По одним и тем же локациям, но, видите, можно выполнять то, что нам раньше было недоступно, поэтому... Ой. Это у нас урок. Защита от темных сил. Так, ладно. Подожди. Мне, наверное, нужно убрать это с него. А, нет, разрушить. У нас последнее, наверное, заклинание, которое мы будем изучать именно в этом году, скорее всего. Потому что там больше ячеек-то нет для изучения. Пикси, ну-ка, свали. Есть одна из семи. Так, свободен. А вот это что? Давайте все разломаем. Это так весело. Круши все тут. Ага. Мы можем убрать. Ой, прости, Гермиона. Третье. Там вот еще один ученик. Ага, еще один. Пикси эти постоянно все воруют, а? Что за создания такие? Мы промазали. Так, не попадаем. Последний там. Я видела, да, что он там лежит. Я хочу еще что-нибудь поразрушать. Так. А, Гермиона тут может что-то достать. Ну-ка. Мони, прочти-ка нам. Так. Подожди, так, так, так. Что это? Гарри, что это? А, можно разрушить. Ладно. Это у нас не разрушается. Где мой люмус? Так. 6 из 7. Ну, уже еще что-то должно разрушиться. Прежде чем я... спасу последнего ученика. А, нет. Выучено. Редукто. Класс, у нас полный набор. Ну и далее. За эту золотую детальку. Коллекция золотых деталек тоже у нас. Так. Пополняется. А, 1 из 3. Вот так. Теперь... А, я хотела сказать, можно уничтожать, и они не будут появляться. Не тут-то было. Ладно. Редукто мы выучили. Всего одну штучку я не нашла, что еще там можно разрушить. Ну, не могу найти почему-то. Где, что? Где, что? А, вот, нет, не то. Стулья, не то. Это свечи зажигать мы уже так делали. Ну да ладно.
Нам уже намекают, что пора на выход. Пани, вот это ПВП. А вот почему я не могу вот этим пользоваться? Может быть, это какой-то конкретный ученик делает? Некоторые, потому что предметы красным каким-то светом подсвечены. Ага, Ник указывает нам, куда идти. И я не могу колдовать с этими предметами. Так, отойдите. До сих пор не могу открывать замки. Что за несправедливость? Может быть, это, конечно, начнется все в следующей части, которая 5-7 года обучения. Не знаю, не проходила я, что эту вслепую прохожу, что ту буду проходить вслепую, поэтому ничего не могу сказать. Малфой все время возле этих дверей стоит. Между прочим. Так, тихо. Пустите Гарри Поттера, спринтера Гарри Поттера. Со всей дури несемся. О, это палатка, да. Перед состязанием нам сюда. Папарацци! Такая... Репортерша. Ну, здравствуй, блин. Что мы будем с тобой делать? Так, а может быть, я пойду, он меня не заметит? На-на-на, я безобидный Гарри. Не надо! Ой. Может быть, он должен это разрушить? Ага. Не знаю. Должен или не должен? Классно. Я только не поняла. Ой, господи, Гермиона-то зачем с нами ходит? Класс. А, вот теперь вот здесь еще хвостом, пожалуйста. Сюда, сюда. Мистер Дракон. Ой. Зачем Гермиону-то убиваешь? О, прикиньте, офигеть, он ее убил. Что за жесть, а? Эй. Эй, ты! Ой! Подождите. Чтоб понять бы. А, подожди, что нам делать? Гермиона, а, ну не стой ты там. Ой-ой-ой. Так, я не знаю, что я такое делаю. Я пробую, как бы, мутить все, все, что вижу. Тем временем он убивает Гермиону. Я там, может быть, могу сама... Ой, господи. Замутить. О, нет. Редукта не могу. А что такое? Ай. Ну, хвостиком можно вот здесь ударить? Блин. О, господи. Что за жесть? Честно говоря, пока не могу понять, что они от меня хотят. Так, ладно. Вот здесь мы можем замутить, наверное, да. Потушить, по крайней мере. А, ух ты! Седрик из Итания с драконом. Гермион, ты как хочешь, я пошел. Такой, Гарри. Та-та-та-ра. Почему он главное Гермиону убивает? Очуметь. Я тебе тоже советую такую штуку одеть. Убьет же сейчас тебя. Да, блин. Ладно. Ой, не надо. Может, их все нужно разрушить? Я фиг его знаю. Ага, вот оно, да. Да-да-да. Что это, блин? Ой. Ну, пока там перелетает, давай тут сделаем. Собака? Да ладно. Ну вот, я так и знала, что хвостом надо его разбивать, только я не поняла, где мне взять эту собаку. Так, подожди, редукта.
что-то он на время отвалил от нас, кстати говоря. Вот делся. Пошли. Блин, опять пришел. Ну-ка. Нам тут надо зелье. Да вы что, издеваетесь, что ли? Какое зелье? Так, подожди. Куда это? Наверное, вот сюда куда-то. Так. Интересно, что такое. Так, собрали котел, это ладно. Это полбеды. Мне нужно будет найти еще один ингредиент. Два есть. Вот косточка. Все, ладно. Здесь косточка, хорошо. Хоть недолго искали, потому что тут реально дракон беснуется вообще как-то. Не до поисков чего-либо. Я не совсем поняла, почему Гермиона с нами ходит. Это не по фильму, конечно. Да ладно. Вообще Гарри там на метле летал. Но это даже больше меня устраивает, потому что я полеты на метле не очень люблю. О, блин, как ты упал-то? Почему же так-то? О, какая жесть. Давай. Надеюсь, зелье еще действует. Давай, тяни. И... ух ты. У нас, кстати говоря, я заметила, что нет у дракона этой жизни. То есть мы сейчас не должны его победить прям так, чтобы победить. Мы пока просто его отпугиваем, что ли, так можно сказать. Гарри, только не упади, я тебя прошу, а. О, господи. Я знаю, ты так часто делаешь. Ну, только не в этот раз, ладно? Ай-яй-яй-яй. Все плохо. Тут, наверное... Так, подождите, тут, наверное... А как я это буду тушить? Вы что, издеваетесь? Ау! Или оно гаснет? Оно потом со временем гаснет. Ладно. Будем ждать. А там-то точно пожар. И чё? И? Ага. Да вы мне предлагаете сделать. Ага, бочка все залить. Но надо сделать это быстро. Окей. Что это? Подкидывают мне, я не знаю. Что такое? Я сейчас стараюсь разбить все, потому что иной раз думаешь, а, что нам? Оказывается, надо. Ой, слушайте, отстань, а. Так. Ты там не упер нашу детальку? Ау! Это пока не знаю, что. Что происходит. Мне нужна Гермионочка и ее котик. Тихо. Все детали мы выкопали. В кота попадает. Офигеть. Так. Нужно забраться наверх, я так понимаю. Да блин, отстань ты, животное. Что ты пристал? Что, мне считаете, этого хватит? Ой, нет, конечно, не хватит. Так, а мы, наверное, знаете, что должны сделать? Блин. Перевернуть. Да-да-да. Поставь ты, господи. Вот, синяя. Видите, как? Как на картинке. Это синяя. Я тебя убью, Гарри. То есть получится лестница. Это красная. Не сюда. О май гад, а. Вот. Так. Зелененько. А почему он не берет зелененькую? А, не разбил, что ли? Блин, этот придурок все время плюется. Так, синенькая. Так она, по-моему, не встала как надо. Ну, конечно. Плюйся, плюйся. Так, а зелененькую? Где зелененькая? Которая? Офигеть, блин.
Вот. Сейчас мы замутим себе детальку из всего этого. Так. Слушай, отвлекись-то. Плюется и плюется. Ненадолго хотя бы. Оп! Я на коне. Вот она. Залезаю, он сказал типа ай-ай. Сбил паразит. Вон он. Да, я его вижу. Карабкается, будет сейчас мешать нам пройти. Нам придется очень торопиться. Побежали. Я вообще не вижу, куда бежать. Вот зачем делать такие уровни, а? Нафига? Вообще же ничего не видно. Ау! Так, ладно. Я надеюсь, что мы добежим. Гермиона баганулась там. Я не знаю, он там ее затоптал. Нет, вот появилась. Да, затоптал. Но она снова появилась. Ох, не люблю я такие уровни. Лучше, когда, наоборот, ты бежишь вперед. Вот так вот на экран, это, конечно, жесть. Но мы справились. Справились. Один раз Гермиона умерла. Я добежала. А еще пищи-пищи такие. Фу, прошли этот уровень. Слава богу, успешно. Седрика нашли. А, нашли немножечко герба. Частичку. И закончили уровень удачно. Спасибо вам большое за просмотр. Встретимся уже в следующей серии. Первое задание с драконами выполнено. Там у нас все остается. Поплавать и лабиринт. И так что до скорого в следующей серии. Пока-пока.